Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. Ты меня так выручила! Спасибо тебе! Как же так? Светик был здесь, а теперь тут асфальт! Держи! Неужели семечко уже проросло? Ух ты! Светик! Око! Привет! Вы! Как вы могли? Вы же обещали! Погоди! С меня хватит! Я с вами больше не разговариваю! Око! Око и цветок. Светит солнце. И слышен радостный смех. Спасибо, мама! Будешь о них заботиться? Буду! Добрый день! Лэнни, привет! Посмотри! Что это? Это семена! Если их посадить и поливать, вырастут красивые цветы! Ух ты! Как же я люблю цветы! Хочешь, покажу, как выглядят семена? В чем дело? Вот! Теперь можете доставать. О, спасибо. Держи. Ура! Я знала, что ты сможешь. А, да ну, это пустяки. Спасибо тебе за помощь. Держи. А? Что это? Это вот тебе подарок. О, Око. Что ты делаешь? Пора работать. Хорошо. До свидания. Пока-пока. Пока. Вот и мы. Приехали. Давайте приниматься за работу. Давай. И что же это там за подарок? О-о. Где же он? Он же упал сюда. Око, мне нужна твоя помощь. Я сейчас... Он слишком маленький. Теперь я его не найду. Отлично. Еще? Ну вот, Дош. Работать больше нельзя. Да. Придется ехать весь день на свадьбу. Придется ехать домой. Это ты! Ты посадил цветочное семечко, которое я тебе подарила. Семечко? Так подарком было семечко. Когда из него вырастет цветок, обязательно мне его покажи. Ладно, извини, мне пора. Пока! Она наверняка так расстроится. Надо будет поискать его настройки. Должно же оно где-то тут быть. Неужели семечко уже проросло? О, правда проросло! Потрясающе! Око! Что ты делаешь? Да ничего! Надо же! А ведь я даже ничего не делал! Может, это из-за дождя? Око! Больше не надо! Надо его сегодня полить. Око, ты что делаешь? Прости. Ну вот, не могу сконцентрироваться на работе. Ребята, может, сделаем перерыв? Давай. Хорошо. Отдохнем. А что у тебя с лицом? Да это... Что это с ним? Куда он поехал? Вот так, осторожно. Да не хоз. Теперь он вырастет еще больше и красивее. Ты расти, мой цветок.
Вот что я придумал. Надо тебя назвать. Будешь Цветик. А? Что, понравилось? Давай, расти красивым цветком. С кем он там разговаривает? Не знаю, но в последнее время он странный. Доброе утро, Цветик. И Поко стал заботиться о своем растении. Ух ты! Ты вырос еще больше! Он удобряет почву и поливает росток каждый день. И вот, наконец, ух ты! Появляется бутон. Да-да, я теперь садовник. Я умею выращивать цветы, цветы. Поко, привет. О, привет. Ты сегодня такой довольный, почему? Но мне так нравится ухаживать за Цветиком. За Цветиком? Да, твое семечко проросло. И я решил дать моему растению имя Цветик. Хорошее имя. Правда же? И у него уже есть бутон. Когда он распустится, я вам покажу. Да, обещаешь? Ну, конечно же, покажу. Приключения Тайо. На следующий день в городе случилось сильное гроза. Ливень. Бежим скорее домой. Такой ветер! Цветику это опасно! Не бойся, я тебя укрою! Так холодно! Уже утро? Дождя все тело застыло! Стоп! Надо поехать и всем сообщить! Точно! Поко, ты куда? Сейчас вернусь! Что? Уже зацвел? Ну да! На нем утром распустился цветок! Наверное, красивый! Поко, а можно нам на него посмотреть? Конечно! Я же обещал вам его показать! Тогда мы приедем на выходные. Конечно. Я знал, что ты зацветешь. Билли, стой! Нет! Да ты что? Так делать очень опасно, Поко. А? Что там? Ты чуть не раздавил Цветика. А? Цветика? Ты говоришь про цветок? Поко, ты что, дал цветку имя? Ну, как маленький. Ты выращивал цветок? Ну вас! Цветик мой друг! Я ухаживаю за ним! Поко, я, конечно, все понимаю, но мы должны заасфальтировать это место. Заасфальтировать? Я не позволю! Но это наша работа! Тогда дайте мне время! Сначала я найду, куда его пересадить. Ладно, но быстро. Мы должны закончить к выходным. Ладно, я понял. И Поко стал искать для Цветика подходящее место. Тут ему будет опасно. Всем нечем дышать. Куда же мне его пересадить? Поко! А? Ленни! А я как раз ехала к тебе. Что ты здесь делаешь? Понимаешь, Цветику больше нельзя расти на стройке. Так что я ищу для него подходящее место. Правда? Но пока ничего не нашел, а времени мало. Ясно. Можешь посадить его в нашем саду. Правда? Можно? Конечно! Ура! Место нашлось! Ты меня так выручила! Спасибо тебе! Не знаю. Как же так? Чем дело? Цветик был здесь, а теперь тут асфальт! Держи!
уже проросло. Ух ты! Цветик! Коко! Привет! Вы, как вы могли? Вы же обещали! Погоди! С меня хватит! Я с вами больше не разговариваю! Коко! Бедный цветик! Вот так ты! А я тебя везде искала! Лани, извини, что уехал и не попрощался! Да ничего! Смотри-ка! Привет, Коко! Почему ты плачешь? Прости, я не смог сдержать обещание. Я не сберег цветок. О чем ты говоришь? Твой цветок такой красивый. Что? О, что это? Твои друзья сделали клумбу, чтобы пересадить туда твой цветочек. Ясно, я не знал. Простите, что накричал на вас. Да ничего. Это ты прости. Но для одного цветика клумба слишком большая. Может, посадим еще цветы? Ух ты, отличная мысль. Ребята, не хотите попробовать? Почему нет? Тогда я каждому подарю по семечку. Отлично! Коко очень благодарен своим друзьям. Да и цветику новый дом нравится. Принцесса Ленни! На улицах всегда много автобусов и машин. Но сегодня движение особенно плотное. Ну и пробки сегодня. Привет, Ленни! Рад тебя видеть. И я тебя. Но почему сегодня такие пробки? Потому что к нам приехала принцесса из соседней страны. Принцесса? Смотри, вон он. Где? Ух ты. Это принцесса. Какая красивая. Ленни была очарована красотой принцессы. Что? Да? Ты видела принцессу? Она прекрасна. А какая она? Ну же, рассказывай. Ладно, слушайте. На ней было красивое платье и сверкающая бриллиантами диадема. И ее сопровождали блестящие черные машины. Ух ты! И когда она выходила, перед ней расстилали ковер. Ух ты, класс! А, как бы я хотела быть принцессой. О чем ты? Какая из тебя принцесса? Почему? Почему нет? Дело не в тебе. Принцессами просто так не становятся. Да, наверное, вы правы. Увидимся позже. Бедняжка Ленни. Она так расстроилась, что не может стать принцессой. Стать бы принцессой хоть на один день. Какая из тебя принцесса? Я никогда не стану принцессой. На следующее утро малыши собрались в мастерской. Ленни себя плохо чувствует. Да, но я никак не пойму, что с ней такое. Хочу быть принцессой. Что она говорит? Я тоже хочу быть принцессой. Ребята, кажется, я знаю, как вам помочь Ленни. Знаешь? Да. Ленни расстроилась, потому что не может быть принцессой. Так может, вам сделать ее принцессой на один день? Сделать ее принцессой? Вот еще! Из чего бы нам это делать? Вы посмотрите, какая она грустная.
Ну же, Рогги! Да, всего на один день! Ну, так и быть! Ленни, улыбнись! Мы сделаем тебя принцессой! Меня? Принцессой? Да, принцесса! Мы ваши верные слуги! Как я вас люблю! Эй, я думал, я плохо! Я тоже. Так, а теперь я объясню правила. Первое. Всегда называйте меня принцесса Ленни. Хорошо, Ленни. Эй, для тебя принцесса Ленни. Да, принцесса Ленни. Второе. Вы должны абсолютно везде меня сопровождать. Хорошо. И третье. Вы должны делать все, что я вам скажу. Ясно? Что? Мы так не согласны. Рогги, всего на один день. Да. Ладно. Отлично. А теперь скажите, принцесса Ленни. Принцесса Ленни? Еще раз и громче. Принцесса Ленни. И долго мы так будем? Не знаю, мне уже надоело. А что она вообще делает? Может, изображает королевскую походку? Правда? А я так похож на принцессу. Вот умора! Эй, что это вы там делаете? Вы должны меня сопровождать, куда бы я ни поехала. Понятно? Ленни, тебе еще не надоело? Да, мы же просто ходим кругами. Ну да, пожалуй, надоело. Тогда, может быть, хватит? Нет, теперь развлекайте меня. Как смешно. Ладно, Тайо, спасибо. Теперь Ганни. Простите, ваше высочество, но я ничего не умею. Ладно, ты себя вел хорошо. Я тебя освобождаю. Дальше Рогги. И что мне делать? Пожалуй, я спою. Рогги, 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 Рогги! Он автобус хоть куда? Скоростной и смешной. Он ведь Рогги! Хватит, хватит! Это было просто ужасно! Да? Это не пение, это крик. Ну-ка, спой как следует. Давай. Не стану я ничего делать, ни за что. Что ты сказал? Ну-ка, накажите Рогги, немедленно. Слушай, Ленни, может, хватит? Да, мы теперь хотим другую игру, вот так. Но вы же сами это предложили. Да, но ты нами командуешь. Он прав. Давайте прекратим. Вы не можете так поступить. Я не верю. Ленни, стой! Приключения Тайо. А сами обещали. Какие они нехорошие. Простите, я бы хотела покататься. Что? Принцесса? Вы узнали? Конечно! Я вас тут недавно видела. Заходите, поехали. Спасибо. Не может быть, сама принцесса. Это большая честь для меня. Меня зовут Ленни. Рада познакомиться, Ленни. И куда же вас отвезти? В какое-нибудь красивое место. Я знаю одно красивое место. Отвезти вас? Да, спасибо, Ленни. Не за что. Ой, какая красота. О,
Ой, здесь так красиво, Ленни. Спасибо, что привезла меня сюда. Не за что. Но я уверена, что вы видели места и получше. И вас сопровождают машины. Как же я вам завидую. Правда? А я завидую тебе, Ленни. Мне? Ты ездишь везде, где захочешь. Можешь приезжать в такие вот прекрасные места. А меня никуда не отпускают одну. Я даже друзей не могу навещать. Так что мне пришлось сбежать от моих охранников. А вас ругать не будут? Может, немного, если засекут. Но я так рада была с тобой подружиться, Ленни. Я тоже. Большое тебе спасибо, Ленни. Принцесса, в следующий раз приезжайте к нам на станцию. На станцию? Да, там вы познакомитесь с моими друзьями, принцесса. Уверена, они вам понравятся. Отлично, я к вам приеду. Будем ждать. Увидимся, принцесса! Пока, Ленни! Пора возвращаться к друзьям. Они, наверное, волнуются. Как тут темно. Привет! Ой, а? С возвращением, ваше высочество! Мы вас ждали! А, ребята! Прошу, принцесса Ленни! Ладно. Добро пожаловать, ваше высочество. Позвольте. Ой, здорово! Это для тебя, Ленни. Тебе нравится? Как красиво! Ребята, спасибо вам! Прости нас, пожалуйста. Теперь ты для нас настоящая принцесса. Ребята... И вы простите меня, что я не ценю своих прекрасных друзей. Но теперь я знаю, хорошие друзья важнее, чем корона на голове. Не хочу быть принцессой. Мне нравится быть с друзьями. О, Ленни! То есть корона тебе больше не нужна? Ну, можно я ее денек поношу? Ленни! И после всех этих приключений Ленни поняла, что иметь друзей важнее, чем быть принцессой. Хочу новые колеса! Дайо! Куда же делся Дайо? Дайо! Нам скоро на работу! Ленни! Попалась! Ты меня напугал! Извини, а где Роги? Поехал в мастерскую. Ну зачем? Готово. Я свободен? Роги! А вот и твои друзья. Ребята! Посмотрите! Ух ты! Ты изменил колеса! Ну, как ощущение? Потрясающе! Новые колеса! Здорово! Дайо, погоди, ты что, завидуешь Роге? Нет! Да, хочу новенькие колесики! Ты уверен? Значит, обойдешься без новых колес. Просто я собиралась поставить их тебе, но раз тебе не нужно, кому бы мне их отдать? Нет, я не то имел в виду. Да шучу я. Не переживай, я уже заказала для тебя колеса. Правда? Уже? Ура! Поздравляю! Так, колеса пришлют к обеду. Поменяем их, когда ты вернешься с работы. Идет? Я просто счастлив! Ну а сейчас мне пора ехать на работу! Пока! Я с тобой! До встречи, Хана! Подождите меня! Удачи в пути! Он так и обрадовался.
Тони везет новые колеса для Тайо. Ой, зажегся красный. Вот так, за черту не заехал. Тони всегда соблюдает правила. Эй, простите. По-моему, вы пересекли черту. Черту? О, точно. Не заезжать за черту – важное правило. Ай-яй-яй, как же так вышло? В другой раз будьте внимательней. Хорошо. Правила важно соблюдать для нашей же пользы. Я должен перестроиться в левую полосу. Ездить так быстро опасно. Шевелись! О, так не пойдет. Надо догнать его и все объяснить. Спиди! А? Это Тони! Спиди, снизь скорость, это опасно! А? Думаешь, ты меня догонишь? Ну-ка попробуй! Здесь нельзя ездить так быстро! Ну вот, куда тебе до меня? Не сейчас! Я выиграл! Спиди! Ты чего? Здесь нельзя ездить так быстро! Ты нарушил правила! И это все! Ну уж я-то никогда и ни в кого не врежусь! Что? А? Спиди! Тони, расслабься! Что с тобой? А что, если другие машины тоже начнут нарушать правила? Ну, мне-то что? Что, если они будут внезапно выскакивать прямо у тебя перед носом, а? Ну, это весьма опасно! И кто-то может пострадать, так? Пожалуй, да. И ты тоже можешь пострадать. Вот уж не хотелось бы. Так может быть, нам всем стоит соблюдать правила? Пожалуй, ты прав. Решено. Отныне я буду соблюдать правила. Обещаешь? Ага. Тогда до встречи. Пока, Тони. Тони смог убедить Спиди ездить осторожнее. Ах, какое приятное чувство. А? Где это я? О, нет, я заблудился. Приключения Тайо. У меня будут новые колеса. С ними я буду выглядеть супер круто. Вот и все. Тебе очень идет обновка. Ты так считаешь? Конечно. Ты самый крутой автобус в округе. Та-дам! Ух ты, блестящие! О, самые модные! Они так идут к твоим фарам! Эх ты, а как они блестят! Ого, классные колеса! О, ты лучше всех! Это ж Тайо! Здорово выглядишь! Он чудесный! Ну что вы, право! Он велик, прекрасен! Счастливчик. Я завидую! И все благодаря новым колесам! Тайо! 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 Что это ты не едешь, а? Твои пассажиры ждут! Почему мы не едем? Что случилось? О, простите, мы уже отправляемся! Тайо, все в порядке? Просто я думал о новых колесах. Разве это так важно? Да, жду не дождусь. Я тоже хочу увидеть их на тебе, Тайо. Мне пора сворачивать. Тогда до встречи. Пока. Сейчас мои колеса, наверное, уже на станции. О, я опаздываю. Что же делать? А? Фрэнк, что произошло? Меня вызвали тушить пожар в центре города. Что-что? Пожар? О, надо пропустить Фрэнка. Подвиньтесь, подвиньтесь. Давайте, подвинусь. Ну-ка. Что вы делаете? Что же мне делать? Я давно должен быть там. Послушайте, друзья. Так Фрэнк точно не сможет проехать. Пропустите пожарный. Те, кто справа, сдвиньтесь направо. Те, что слева, сдвиньтесь налево. Тогда Фрэнк проедет. Давайте. Мы поедем. А теперь мы. Сюда. Получилось. Спасибо, Тони. До скорой встречи. Пока. Я поехал.
Эй, грузовичок, ты отлично знаешь правила дорожного движения. Это правда. Без малыша у нас ничего бы не вышло. Это точно! Да, да, молодец. Молодец? Тони захотелось рассказать всем машинам о правилах дорожного движения. Подожди! Макс! Возить такой тяжелый груз опасно! О, успеет ли Тони доставить колеса вовремя? Вот и я! С возвращением! Хана, новые колеса привезли! Где они? Тайо, видишь ли, их еще не привезли. Что? Не привезли? Почему? Я не знаю. Тони выехал рано утром, так что он вот-вот должен приехать. Всего хорошего! Что-то я задержалась, но теперь пора домой. Как здесь много машин. Тони! Привет, Ленни. Ой, что-то случилось? Вообще-то, я должен был доставить на станцию колеса, но задержался. Колеса? Должно быть, это для Тайо. Он весь день мечтал, как примерит их. Теперь Тайо расстроится из-за меня. Я виноват. Придумала! У меня отличная новость! Я знаю, как быстро добраться до станции. Давай за мной! Спасибо! Что же он так долго? Они приедут. Смотри, вот они! Правда? Тони! Привет, ребята. Что вы здесь делаете? Дожидались меня? Мы дожидаемся Тони. Он везет колеса, но его до сих пор нет. О, все понятно. Тайо, если Тони не приедет, я отдам тебе свои колеса. Спасибо, но я не могу их взять. Подождем-ка еще чуть-чуть. Я знала, что вы будете ждать. Это всего лишь Ленни. Тайо! О! Тони! О, простите за опоздание. Что случилось? Я виноват. Начал учить машины правилам дорожного движения. Но главное, что ты все-таки доехал. Прости, что опоздал. Ерунда! Мы за тебя беспокоились. Спасибо, Тайо. А ты поменяешь мне колеса сейчас? Тайо, сначала я осмотрю Тони. Меня? Ему срочно нужен осмотр, ведь он провел в дороге целый день. Большое всем спасибо. Ну все, пора, Тони. Но, Хана, может быть, сначала колеса? Как только осмотрю Тони. Я не против. Видишь, с Тони все в порядке. Тони первый. Это совсем недолго. Потерпи немножко, хорошо? Ладно, как скажешь. Ну-ка, в мастерскую, Тони. Еду. Главное, оставь силы для моих колес, ладно? Эй! Поздней ночью Тай наконец-то сменили колеса. Эту ночь он не забудет никогда. Ура! У меня новые колеса!